И всем привет, с вами Ярчик. Ты что наделал, я не понял, прям в начале серии, что ли, меня перебил? Да, я тварь. Что произошло? Ладно, ребятки, здорово вам всем. Короче, это у нас Пиксельмон на MC Skill, и мы сегодня с Ярчиком будем играть. Давненько мы с ним не играли. И тут, короче, так получилось, что наконец-таки я смог его вытащить из берлоги. Он там что-то засел, жрал. Я пришел после пар, кушал, он меня вытащил. Ты заметил, что я тебя уже это алкоголиком мне называю? Можно мне за это спасибо? Да, я больше не алкаш, я теперь обжора. Все, он теперь, короче, да, обжора. И ладно, вот это слово я уже говорить не буду. У меня почему-то мышка начала... Что? Ну ты тварь. Ну ты не понял даже, что я хотел сказать. Да? Я думаю, понял. А уже называешь меня тварь. Да не, я думаю, понял. Не, ты вряд ли понял. Да? Но это не связано с тем, что я говорил, что я делал, почему не пришел? А, ну наверное, да, связано. Да, наверное, тогда понял, да? Короче, ребятки, ужас, сейчас мы сделаем, знаете что, мы сейчас Ярчика, короче, подставим и сделаем вот так вот, Ярчик, что, что мы будем делать в этой серии? Мы в этой серии будем обходить игроков и дарить им подарки. Чё, реально? Ну давай. А какие? Ну у тебя, вон, у меня есть красная цепочка, легендарку, что призвали. О, ну, я, в принципе, русский почти. У меня есть много ультраболов, черебол. Короче, у меня нифига нету, брат. У меня три мастербола есть. О, давай кому-нибудь мастербола дадим. Это давайте. Все в Майнкрафте, короче, прикинь. Новый давай сезон. Давай мне мастерболы раздавай. Какой новый сезон? Только мы Шреки, если ты забыла, не феи. Да, точно, Шреки, феи в Майнкрафте. Ну, ты тоже зеленый и противный, в принципе, похож. И лысый. Я пошел от тебя. И уши у меня тоже в трубочку, да? Да, чисто уши все подходит, все как надо, короче. Ладно, у меня есть XL редкая конфета, дай-ка я ее использую на мистике, наверное. Хочу у меня есть XXL. А, тарака-ка-ка-ка, сел на мистика случайно. Мистик сел на мистика. Так, несколько этих получилось у меня. Это так, короче, как я начинал. Ну, сел на мистика случайно. Короче, что, давай тогда рандомные ТП будем сейчас нажимать, да? Давай сейчас ТП, я кому-нибудь давай имя, скажу. Давай букву выберем, давай букву вот, какую-то выберем. Вот, все, иди ко мне, иди ко мне. Да, блядь. А ой, тут говорить можно? Ой. Извиняюсь, меня давно не было. Привет! Ой. Ты выиграл в лотерею. Здоров, пишет. Он, у него донат есть, зачем ты донатил? Что случилось? Майнкрафт, не надо. Что ты сделал? Лагает. Зачем донатеру тэпнулся? У него и так все есть. Так. Мы его не удивим. Все, вроде бы это, отлагало. Он донатер, да? Короче, да. Он выиграл лотерею, так что ему... А где мастерболы? Ты мне не дал мастербол. Они у меня. На. На, давай я ему диску музыка. Сначала дам. У тебя музыка в Майнкрафте включена? А потом мастербол. Декин. Ты эй. Выиграл. Мы феи Шреки. Тут русская музыка играет. Где? О, кстати, а у меня... Что-то знакомое, включи музыку. А я даже не знаю, откуда у меня идет звук. А, с колонок. Спасибо, не надо. Спасибо, ну, не надо. Охренел, я сейчас напишу, ну и пошел на. Ладно, ну и пойдем, ребят, к другому. Переходим к следующему игроку. Короче. Давай букву как-то выберем, я задам тебе вопрос. Давай. Давай. Какая твоя любимая цитата? Вот скажи мне цитату свою любимую, давай. Волк не вижу из своей стаи. Ауф. Кто это сказал? Это я сказал. Значит, на букву М выбираем. Мистик. Залагал. А, не, не залагал. А, да? На букву М, да? Не надо так. Да, давай тогда на букву М кому-то. Так, ТП, М. Вот так, по кругу меня захотел пустить, да? Все понятно. Кто? Да у него тут огромная круговая. А он, наверное, да. Он, наверное, в АФК тогда догоняй! Яйца разбьет. Догоняем! Ну да, это, наверное, АФКшник, да? Ну тогда упустил свое счастье. Эх, я догнал. Ладно, давай дальше. Короче, я букву Б выбираю. Бонни. Почему Б? Ёпта, еще один. Что происходит? Курей по кругу пускают. А давай сюда ТНТ скинем. ТНТ мне скинем. Мне кажется, я скинем. Уже видел все в этой жизни. Это Вика Картер на максималку. Этого. Я не был готов к такому. Идем дальше. Я не хочу ему ничего дарить. Это извращение какое-то. Чел пишет, свернул я майн, значит, захожу обратно, а у меня мистик в хате. Брат, он никого... Нет, это пока. Тут человек путешествует. Давай к нему, давай к нему. Да и так за ним будем вот, просто идти, пока он нас пришел? Не заметит. Сейчас я он заметил. Привет. Я фея. Кому ты пришел? Принес подарок. О, он тоже. Держи МБ, мастербол. Попроверь, что ли, типа ты счастлив. Сейчас снимает скрытая камера. Так, сейчас передай привет Ютубу.
почему бы нет? Я написал с тебя стих. Пусть стих рассказывает. Какой стих? Ты что, тут голосового чата нет? Стих рассказывает. Рассказывает миллион лет. В чате. Стих хороший расскажу. Дюрекс, тут Дюрекс какой-то рядом. Дюрекс — это что-то нужное. Не надо такого. Не знаешь, в чат смотри, пишет Дюрекс. Вон, давай, ты подпишись ко мне. Да тут его друг. Друг, обидно будет. Ты ему дал, а другу не дал. Какому? А друг Дюрекс, ему надо давать. Брат, ну он не выиграл, это нечестно будет. К другим тогда. Другие-то тоже обидно хотят. Обидно за Дюрекса. Надеюсь, он меня потом не подведет. Обидно. А, я отсюда выйти не могу. Чтоб тебя отлично, он потом двери были, короче, открыты и теперь закрыты. Ну ладно. Степа, ты тут вообще? Ну-ка. Степа. Ты тут? Или он тоже АФК? Где? О, Степа вот. Что-то скинул. Да, дай мне мастерболы. Где мастерболы? На. И вот на. Так. Мы фей. Это твой приз. А, кстати, давай анекдот хотя бы просить. Нет, а. Мы по-другому же делали. Скажи цифру. Скажи цифру. А, ну так не. Ты кто пишет? Все, пошли отсюда, короче. Да, пошел. Проиграл сразу лотерею, короче. Все. Дед лысый. Пошли отсюда. Я не буду так делать. Я не буду ему подарок давать. Я не хочу. Так не должно быть. Он за тобой бежит. Он за тобой бежит. Ты закапывайся, как будто обиделся. А нет, он не за тобой. Он просто ему похуй. Он просто его пробежал. Просто свалил, короче. Ладно, идем дальше. Какой-то Насте. Настюха. Настюха? Ху. Настик 31. Ты знаешь меня вообще? Давай с этого начнем. Или она АФК? Чё-то мы сегодня, ребят, с вами очень много АФКшников встречаешь. Охайо написали, стажёр. Конечно. Жесть. Тогда говори цифру. От одного тут тусят стажёры, слышишь? Ой, до 8 или до 9, стоп. До 9. Ты чё, дурак? 7 минут снималось. Ну, вроде бы, как бы, пауза нормально нажалась. Там, я не знаю. Я даже не знаю, какая кнопка у меня пауза выживает. Алло! Хорош, кстати, это не я хорош. Поставил. Ну, я больше опять не приду к тебе на съемки. Для меня... У тебя... Понял? Плотный график. Да, я все понял. Что, не рассказали, короче, там анекдот, да? Пошли дальше. Ну, походу, нас выгнали просто. Так, зажимаем просто кнопку и в какой-то момент нажимаем интер. И кто у нас тут? Их тут несколько. Так, ай. Ку. Ку. О, давай каждому. Знаешь меня? Мы его это. Пусть они ответят. Ну, что спасибо. Что спасибо? Кто знает, да? Отлично, все, тебе приз сразу даю тогда. Все, хорош, чел. Так, ну я еще звезду кому-то дам. Так. Ну так неинтересно, мы так все раздадим, а контент-то какой? Просто ходим? Ну, мы надо анекдоты просить. Так, ну какие анекдоты? Кто будет тебе писать в чат, понимаешь, анекдоты? Это займет по 5 минут на одного человека. Нужно им давать тебе выбор. У нас так было. Мы много брали предметов разных, крутых и не крутых. Чел пишет еще с первых писемонов, и я продолжаю смотреть. Хорош! Есть. Лучше вот бы красавчик. На ВП пошел. Так, играть. Ладно. I24. Блин, Мистик, ты не знаешь какой-то магазин, где можно купить лицензию для Майнкрафта? Говори. О, Мистик Шоп! Мистик Стор, точнее, если что, Мистик Шоп. Можно лицензию Майнкрафта купить, другие игры, короче, заходите. Цифру от одного до... Ты не перестроил. Брат, у меня каким-то образом ставится пауза. Я не знаю как. У меня минуту всего лишь тогда записала. Короче, я очень много тут пропустил. Посмотри, пожалуйста, где у тебя пауза. У тебя, может, на W пауза. Ты просто каждый раз ходишь, паузу ставишь. Не, я вот... Ладно, давай я гляну. Давай глянь. Настройки. Что там дальше? Горящие клавиши. Остановить запись 0, приостановить запись 9. Ты на девятку нажимаешь каждый раз, когда выкидываешь. Нет, когда ты пишешь от скольки до скольки, ты понимаешь? Ты пишешь, да, и понял. Ничего не записывается. Отлично. Ты просто людям предлагаешь. Я просто гений, короче, ребята. Как вам гений такой Майнкрафта, а? Да уж. А, она цифру сказала? А, я ей уже подарил приз. Ну ладно, короче, ребятки, знаете, во-первых, что вы можете купить лицензию у меня в магазине, и знаете, что вы можете зайти на MC Skill и попасть... О, подарок в ответ? А что, какой подарок? Где подарок? Я люблю подарок. О, 10 мастерболов нашел. Ты подарок мне дашь? Где подарок? Дай подарок. На тебе, короче, вот это. Можно мне подарок? И вот это тебе, да. Я не знаю, короче. Мне, по-моему, вот этот человек хотел мне дать подарок, только я не пойму. Вот я за ним, короче, бегу. Ну-ка, что он хочет? Ну, короче, я набрал вещей побольше. Чузинг. Ничего не хочу. Он мне 70 уровня дает какого-то типа жесткого. Я уверен, меня... что жесткого? Да, я, наверное. Смотри, я ты его... Ты, наверное? Я его, короче, обменял на Черезарда. Вот этого на типа. На Черезарда. Над которым ты летаешь всегда. Да, я не всегда на нем летаю. Ну, что это? Ну это такой себе, подойдет, ну не прям жесткий. Вместо Черезарда лучше?
Ну, возможно, да. Отлично! Спасибо тогда за такой подарок. Это получается, мне подарили подарок. Это получается, в принципе, тогда неплохо. Это фии наоборот. Фии в обратную сторону. Так что, ребятки, да, вы можете еще и готовить нам, короче, разные подарочки тоже свои. А еще лучше анекдоты. Просто блокнотик, чтобы мы пришли, вы их скопировали, вставили. Ну, ладно. Раз уж Ярчик так сильно ходит. Ой-ой-ой, у меня тут 4-звездочный бот. Иди ко мне. А, иду, иду. Подожди. Я, наверное, зовут. А мне кого брать? Мьюту могу? Бери, я не знаю, конечно. Все, я пошел с Мьюту. Я кого-то другого взял. Ожидание двух из четырех, что ли? Вот, можно начать рейд. Я хотел поменять мьют. Ну, поздно. Эй, братик, ты что так делаешь? Ты резко не двигаешься, а потихоньку ходишь. Я еще и камень эволюции не поставил, блядь. Да ты хорош материться! Вы видели, как я... Да я забываю, что у тебя нельзя! Он повзрослел. А, я, кстати, вот это пальцами вот так показываю, а у меня это не видно на вебке. Ну ладно. Не надо так показывать, съемка. Хорошо, не буду тогда показывать. Выберите цель. А, Флорарс, Харарс. Ожидание. И что, мы ему что-нибудь снесли, чи кто, я не пойму. Пожалуйста. Сейчас. А что мы ожидаем, я не пойму. Мьюту использовал луч, ни хрена себе. 2000 опыта. Я жесткий. Ой-ой-ой, звездная пыль какая-то редкая. Я самый лучший, тудим-сюдим зелено все пахать. Ой, я случайно поймать нажал. Он жесткий или нет? Я тоже less. Поймал. Поймать обычным покеболом поймал. Я ультраболом не поймал. Как ты? Зачем? Эй, братик, ты неудачник, понимаешь? Ты по жизни двигаться неровно не умеешь, тудым-сюдым. Не делай так больше, пожалуйста. Не как говори. Тебе не делать? Тудым-сюдым не делать? Да, тудым-сюдым не делать. Ты бы знал, сколько я людей уже этим заразил? Мне вчера Лэй пишет, говорит, ты заколебал. Я, говорит, я так в школе уже разговариваю. Да, я везде так разговариваю уже, тудым-сюдым. Вот правильно. Все говорите так, говорите, а Ярчик, брат наш большой. Ты танцуешь как дым, тудым-сюдым. Тудым-сюдым. И глаза в твоих... Ярчик, я тебя забаню. Как у тебя такое? Ты же вот, ну, нормально никогда не матерился на съемках. Что с тобой произошло? Я никогда не матерился. Но у меня. Я не знаю. Я просто давно не был у тебя на съемках, но при этом я стримил у себя и у Белиша. И поэтому, ну... И там вы типа материтесь, да? Да, мы материмся. Не, ну, в принципе, конечно, я понимаю, что у меня сейчас тоже аудитория повырастала, в принципе. Я не думаю, говорю, что у меня сейчас я же говорил, когда ты... Смотрят, но я имею там... Не пятый, не четвертый класс там, то есть, скорее всего, повзрослее, ребят. Ты два раза отходил, и в эти два раза я говорил, что я стримил у себя, короче, с вебкой, прикинь. Ну, нормально. Короче, ладно, ребятки, заходите на MC Skill, заходите на Mystic Store, покупайте там все, короче. Вот, будем вас ждать, пораздаем вам как-нибудь еще подарочки. А с вами были Мистик и Ярчик, всем удачи, на встрече, пока. Пока, беляш.